А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Игра мясокомбинат Едеон. С вами Джаздекс, Кирюха Продакшн. Мы играем в Dead by Daylight. Погнали! What's up? What's up, книга? Здравствуйте! Так. Всем здравствуйте. О, вот не люблю я, когда у меня в ЛГБТ-сообщество эти штуки всякие. О, понятненько. Это доктор, который любит пожестче, и он тут. А он уже за тобой бегает? Ну, ушел. Ладно, пока он за тобой. Я спринтанул, он убежал. А, ты со спринтом теперь бегаешь? Да, да. У меня просто на Джеффе другого нет, я хотел на Джеффе поиграть очень сильно. Зачем? Не знаю, Джефф машина. Машина? Да. Я завожу ген. Я тоже. Одинокий ген. Тут один где-то стоит в углу карты. На первом этаже. Ой-ой-ой-ой-ой. А он у вас, да, это хорошо, если он у вас. Не, я а просто вас, взорвал, да? Генератор. А, понятно. Ну тогда хреново. Че сказать? Он вон за Кики бегает. За Кики. У нас, кстати, получилось так, что я вот с Саней в пати, а и вот Двины в пати тоже. Да, с нами. Кики и они Лала. Около меня бегают, я их слышу. Ну это хорошо. Я заведу, наверное, самый ужасный генератор. Я его пока сейвить не буду, я лучше подзаведу как можно больше. Я тоже думаю, что я хотя бы один, наверное, генератор заведу. А, я взорвал! Прикинь, взорвал! Понял! Понял! А еще как так? Что, у тебя? А, да, по башке тебе. Так, плюс ген. Так, он а теперь ты где заводил? Он на меня переключился. Я вот где в подвале. А, понятно, ага. В подвале, так в подвале, конечно. Да ё-моё, взрываю проверки дебильные, вот эти вылазят. Так-так-так-так-так. Реакция лангуста. На! Успел. На каком этаже ты бегаешь? На, в подвал спустился. Отлично, я сейчас... А, он вышел! Заставил мана ливнуть, Александр, ни сюда, ни совести. Понятно, ясно. Блин, а чё он лошара-то такой? Не знаю, я даже ген не успел дозавести. Классная катка, конечно, вообще просто топовая, лучше не видел. Так у него еще да, и на всем спасибо, был. До свидания. Ну подписывайтесь все, да. На канал! Угу, ставьте лайки! Всем пока! Воронье гнездовье, заброшенное кладбище. С вами Джаздрик, Кирюха Парадекс, и мы продолжаем играть в Dead by Daylight. Ну это, здравствуйте. Ага. Получается. Здорово, ну здорово. Знаешь, кто маньяк? Кто? Ты? Нюрса, по-любому. А, не, Нюрса, она бы уже прыгала. Что, она пешком, что ли, ходит? Тогда, no. Тогда. Нюрса 20. По-любому. Не-не. Пирамидоголовый. Да не, Майкл какой-нибудь. Не, не Майкл. Это Днир, это Рин! Рин, я Мауки! Ах на. Ты клятый, курва! Не гадник. Не гадник? Бабка клятая. Не гадник. Ля ты не гадник. Уходи, уходи. Он, не успел. А ты как тут оказался? А я там бежал и не заметил, что она туда побежала. Я думал, она за мной побежит, а она за тобой побежала, повернулась, и я тут был. Короче, вот такие вот дела. Все понятно. Подписываемся на канал, ставим свои пальчики вверх. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Я не могу пройти, прикинь. Она это, за мной. Все, меня подняла. Ой, хорош, ля, мужчина, мужчина. Я хочу тебя, сына. Это жаба клятая заблочила меня. О! По голове тебе в себя приди, чапчик. Чапчик? Все. Чапчик, да, чапчик. Чапчик, поправь. Ну, знаешь, чапчик. На голове чапчик. Типа, обозвал так, безобидному. Ой, она за мной. Сань, да заведи этот ген. Да-да-да, я тут остался. Я завожу. Я завожу. Я заводил, завожу. И буду заводить. Я заводил, завожу. И буду заводить.
кто заводила? Порчу я нашел. Заводила. Порчу нашел, прикинь. Ты чё, порченый? Блин, мне кажется, не надо ее трогать. Знаешь почему? Потому что это проклятая земля. Тут, короче, это вообще фиаско какой-то. А блин, она блочит палеты. Подожди, а так всегда было? Я просто понять не могу. Она когда в астрал уходит, она может блочить те проходы? Такого же не было никогда. Как минимум, я этого не помню. Так, все, я стена. Она палетки блочит, сука. Тихо, я стена. Подожди. Капец. Тихо, я стена. Ай. Я бегу. Кирюша, я здесь, я рядом, я спасу, не давай, переживай. Давай. Ты завел этот ген, да? Да. Ну, у нас уже два генератора осталось, нормально. Вот это только ломать не надо, это говняшка, та еще. Это клятая, вот это вот самое. Угу, угу. Говнистая. А, ну нет, не, значит, не, нормально. Не, нормально. Главное, чтобы она еще сюда не пришла. Не придет. Что, будешь я ломать? Разнесу. Ломай, я пока буду заводить вот тут. Смотрите, я приду. Намана, сейчас раскидаем ее. Разведем тут на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Понял. 11, 12, ну, там, 13, 14. О, Мэг пришла. Мэг подходит. Ну. Блин, слушай, а что такая долгая порча? Смотри, как долго. Она только сейчас начала кончаться. Это вторая была. Я так увидел. Интересно, а что он только сейчас кончается, действительно? Прикинь, у нее еще и этот по-любому, да? Чили. Ну да, но вон идет. Вон она. А это убегает сразу. Вы че, аферисты? Вы что делаете? Она мужика слабо. Так. Чё ты? Я пойду. Спасать. Ну, я по голове тебе. Саня, заводи ген, будь мужиком. Мужиком, да? Ну ладно, хорошо. Ага. Саня! Ты ее уведешь? Увожу. Все, ты боялся. Ёпта, достала. Ты что делал? Ты почему ген не заводишь? Тихо. Куку тебя на гене, скажи, пожалуйста. Да там процентов 20 еще. Я бы не успел. Ага, ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, она пойдет палетку ломать, а она ее не ломала. А все, это все, это все, это фиаско. Тепается. Может, с тобой хз. А я не знал, что тут нельзя прыгнуть. Я же эту карту не знаю. Я думал, тут можно прыгнуть. Етишки-пасатишки. Не, ну это ну неплохо, в принципе, да? Ага. Я не вырвался, и мы рядом еще висим. Красота! Да просто они и так не идут снимать. Ну да. Не, вон одна идет, Мэг. Ну, уже к тебе, скорее всего, не ко мне. Ну, скорее всего, да. Ну, как бы это, да. Всем спасибо, до свидания, получается. Анфанга еще бежит. А, она вот посмотрела. Я пытался, Кирюха. Правда, пытался успеть. Но я не успел. Я сегодня, походу, соберу сборник неудачных каток и выложу. Эх! Блин, мы так и не завели ни одного генератора. Ну да. Это печально.
Ну не знаю, не стоит сдаваться. Там махил, шансы есть. Успеха. Да, когда тиммейт ваш третий самохилится стоит. Сто пудов есть. У еще одного рандома тоже самохил. Okay. Вот тебе ответ, почему мы не завели Двагина. Просто самохилятся и все. Ну я, может быть, еще один хотя бы заведу. Может быть, я успею, не знаю. Я, конечно, постараюсь. Да прыгни ты уже. Так. Ого, что вырвалось? Понял. Сука. Ля крыса, а? Ля крыса. Ладно, попробую подальше отвести от этого генератора. О, молодой крутит. Но, по крайней мере, я выиграл время. Немножечко. Да тут вообще ни палеток, ни хрена нет. Либо тут все слито, либо их вообще действительно нет. На этой стороне вот две, по-моему, три палетки, все. Зато крюков штук 50 на каждом углу. На мало чисто. Вообще респектище. Вообще хорош. Молодцы. Курорт гора... Подожди, Саня. Давай. Курорт гора Орманд. С вами канал Джаз Джекс Кирюх Парадекс. И мы играем в Dead by Daylight. Погнали. Вот это и доктор бежит. Доктор? Да. Где? Вон на мэне. Вот там. Ну, все нормально. А, ну нормально. Работаем. Работает спецназ. Работает спецназ. Спецнесно. Спецнесно. Яша, что ли? Бяша. А, бяша. Яша. Бяшина. Натурина. Натурина, получается. А это, мы уже половину почти завели. Да? Знаешь, как это называется? Генраж? Да. Ништяк, вон там еще рядом. Един есть еще. Можно еще завести. Думаешь, что надо? Я думаю, что, скорее всего, возможно, да. Хотя лучше центр, наверное, завести. А может, это моментики пойдем оформим? Ну, давай сначала центр заведем, а потом моментики оформим. Давай. Чтобы сечо проще было потом это... По разным сторонам там разводить. Согласен. О, тем более они тут как раз на мейне бегают. Вот сейчас и будут моментики, получается. Получается. Он, кстати, никого не ударил ни разу. Сейчас ударит. Вон он ползет уже. А, он прям, смотри, прям это, он даже на нас внимания не обращает. А зачем он заряд дает? Да он же за это. А, ну ясно. Ну да, понятно. Ну да, я понял. Да не, он там просто рукой мог ударить, зачем заряд дает. А у него, может быть, задание там какое-нибудь там? Ударить после того, как накинул свою хрень. А может, у него ранг 20-й? Может быть и такое, да. Да. Так он еще и потерял? Да. Да, он к нам еще придет.
Вон он. А нет, тут летит негде. На, ты позволил ему ударить. Гибель, прикинь, у него гибель. А там летит негде. А он потерял меня, все нормально. Он ослеп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, он вообще дурной какой-то. Танкер. Кто щелкнул? Отвлекли его. Выше. Это я. Он не застанился. А, да? Да. Да он дурной какой-то, он то ведется, то не ведется, я его не понимаю. Ты подсевишь фонарь, если что? Сгорает мой фонарь, он ждет. А ты не успеешь? Что ты там сидишь? Так у меня форсаж есть, вырывайся. Давай. Там кладетка за углом. О, давайте. 30-40. Да блин, не могу я его это, прикинь. Да, я понял, давай. Опа. А он опять за мной? Да. Прикольно. Давай попробую переагрить. Есть! Слепанул. Ой, сейчас взорвет. Да господи. Я бегу, шичка. Он за тобой, да? Ага. Могли еще побегать. А, прикол, у меня кровотечение. Да, ты еще упадешь. Ну, а у меня просто в себя надо еще прийти. Успеть. А он за мной гоняется. Да не, он переключился. А, так мне успеть, надо в себя прийти. Не факт, что я успею. Да я рядом. Не успел. Я не знаю, как это назвать. Это вообще капец какой-то. Я в палете. А я могу на третьей стадии палетки скидывать? Да. Естественно. Я половину остановил. А, у тебя третья стадия? Ну тебе восстановиться надо. Не сможешь меня поднять. Он тут. Вот, у тебя, Сань. Поднимите меня, люди добрые. Да куда ты идешь? Юперный насрать. Вернись! Он к тебе. Я не могу даже эти фонарики использовать. Нет. Твою мать! Взял, завел ген, убежал. Сука, ну что я сделаю, если у меня кровотечение и третья стадия? Что за бред? И он гоняется за мной. У тебя, Кирюшечка, все будет. Блин, он меня заметил, по-моему. А нет, он за кем-то другим. Я иду, спасатель, отряд этот, короче, самоубийц. Он ушел? Подкемпливает? Не, он заряд. Сука, сейчас, да, сейчас заряд! Падает. Он не идет никуда. Все, давай. Сейчас. Сука, кемпит и тоннелит. Не успеешь. А, но он не бьет. Понятно. На мана. Уходи. Так, ну там крюк был. Ой, хорош! Так. Вторым. Эх. Сука. Сундук обыщем. Что-нибудь поищем. Он меня не поднимает. Я восстанавливаюсь. Хотя, если есть какая-нибудь порча, то я могу сам встать, потому что у меня это фигня. Есть тут какая-нибудь порча? Вообще не в курсе даже. О, меня сейчас поднимут. Кладетка около меня. Блин, я не помню, где я уронил свой этот... как его? Фонарь. Ты его выложил около Гена? Не выложил, он меня ударил.
Нет, ты его выложил? Нет, у меня Франклин работает. А, да? Значит, ты его подобрал потом. О, подобрал. Он за мной бегает, открывайте ворот. За тобой? Угу. А ты раненый. Ага. А мы же не бегали. Там должна быть. Я бегу до ворот. Хотя посмотрим, если сейчас кладетка будет... Нет, кладетка не открывает. Сука, застанил. Кирюха, живи. Я открываю. Я открыл на четверть. А где вторые-то ворота? Я открыл на половину. Рядом с мейном. Рядом с мейном. Где лачуга? А, вот, вижу, вижу. Да, я вижу. Все, я почти открыл. Можешь сюда бежать. У него, возможно, наезд. Так уходим. Нет. Я фонарь же всрал! Сука, зачем я ему дал? Я дурак. Я им это и сказал, уходим. Зачем я встал? Ай, лошара. Надо было выбегать. Фонарь мой забрали. Сука, тоннелил, козел. Да ладно, наман. Аферистыч. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.